Всем привет на 110 стриме. Сегодня мы будем проходить игру Tohu 12.8 Great Fairy Wars, что примерно переводится как Великие войны фей. Итак, посмотрим, что же это за игра. Потому что название 12.8, оно как бы намекает, что что-то тут не так, что-то тут нестандартное. 12.5 у нас обычно файтинги, да, 12.3, что у нас там тоже файтинг был вроде. А, не, 12.5 у нас этот, 12.3 был файтинг, 12.5 у нас был это стрельба, это фотографирование, да. А 12.8 неизвестно что, но мы это сейчас посмотрим. Старт. Так, ранг селект, нормал, piece of cake. Normal mode. Hard, but I'm not worried. Lunatic mode. Ultra tough. I'll choose this powerfully. It all nice. Easy mode. Super easy. Don't make fun of me. Ну, я не знаю, предыдущий я проходил на easy, но вот, которые последние, там, 10, 11, 12. Но так как эта игра, возможно, другого плана, я попробую все-таки на нормале. А, так, difficulty normal. Road A1, Road A2. Forest of Magic. Misty Lake. Spring Pass. И закрытый уровень. Ну, идем, Forest of Magic, а? И да, я забыл камеру включить. Саша один, мы чуть не успел даже прочитать. Не понял. Какая-то странная стрельба. Накапливается. Что-то я пока механику не понял, но сейчас будем разбираться. А, вон оно как. Типа никого нельзя убивать, только у ворота, что ли? А, нет, я их убил вроде бы. Интересно. И микрокнопки нету, что ли? Ой. И бомбы нету, ну, по сути, если не считать эту саму атаку бомбы. Левел 2. Не, без микрокнопки-то тяжело. А, лол, все-таки стрелять-то можно. Просто нужно много раз тыкать на кнопку. Какое-то странное управление. То есть, чтобы стрелять, я должен много раз тыкать на эту кнопку. А чтобы вот это обледенело все, это мне нужно ее подержать. Вот пока надпись вот не увеличится чуть в размере, после этого уже можно отпускать, тогда будет эта заморозка. А микрокнопки тут нету, и это довольно плохо. Ну, по крайней мере, это тяжелее уворачиваться из-за этого. I've got no use for all. Кстати, а сколько у меня жизней? Motivation 39%, Ice Power 100, Perfect Freeze 85. Так, спрашивай, типа, чё шумишь? Кто здесь? Почему?
Что так, типа, что ты тут расстрелялась? Вот ты где. Я объявляю войну. Я пришла видеть войну. Луна Чайлд. Here's that ice fairy from before. Правильно, не забудь это. Да, ты так, кто уничтожила мой дом, верно? Я принимаю вызов. Тебе лучше подготовиться, лучше быть готовой. Подожди, так ты так, что осталось, чтобы объявить войну? Реймусан на втором. Что-то не пойму пока. Ну, короче, как обычно, сюжет, только сюжет. Не очень понятно, есть ли смысл стрелять, если честно, я так и не понял. По-моему, надо просто время прождать. Левел 3. Привет, Снап. Ну да, уже дошел до 12.8. А, стрелять все-таки есть смысл. Тратится-то колечко вот это. О, все. Почему ядрить? Что такого в этой части? Что аж ядрить? Чего, мы с того же места начинаем? Что за фигня? Лол, ну у нее почти закончилось. А, с целыми чистыми не лады, ну да. О, неплохо заморозили-то. Блин. О. Левел 4. Я не знаю, что это дает, но выглядит прикольно. А, она не успела накопить. Ну, в смысле, переключить режим. Ой, зря я расходовал. Нет, видишь, я могу замораживать, только механика очень странная. Narrow Victory. Короче, здесь снап, я сейчас еще... еще раз тогда объясню. Значит, стрелять, чтобы стрелять, я много раз жму кнопку Z. Ну, то есть, один раз нажал, и все, да, она не стреляет больше. Надо много раз нажимать кнопку Z. Но если я держу кнопку, видишь, цифра больше стала. После этого отпускаю, и происходит заморозка. Вот. То есть, это очень неудобно, я считаю, управление. Но, возможно, так и задумано специально. Типа, должно быть неудобно. Фиг его знает. Привет, Гибастье. На Ctrl. Удаляй доту. Ну, никогда не было на Ctrl, а тут внезапно появилось. На С тоже постоянно? Не знаю. Ну,
походу, да. А, огненные-то, они не замораживаются. Не, ну управление очень неудобное, если честно. Даже так. Даже с автострельбой. А, лол, все-таки бомба какая-то есть. А до этого не срабатывала. О. А обо что я слился-то? Я же заморозил. А, там огненные, наверное, летели. Привет, Аяка. Столько активных кнопок, да, очень сложно справиться с этими активными кнопками. Вообще нереально. Крест-накрест? Как-то это... Знаешь, почему ты не очень я клёвый стример? Потому что ты под чатиком, а я над чатиком. Привет, Картофан. А чему в фокусе не сидишь? И бомбу получаешь за каждые 200% пришёл фриза. Потому что тут нет микрокнопки, либо я ее не нашел. Нет, это бомба, лол. Это бомба. А, не, все-таки на shift. Блин, почему такое странное управление? Блин, не, ну что-то жестко реально. В принципе, тут заморозка почти не нужна. Можно и без нее обойтись, мне кажется. А может и не, может и нужна. Вообще я не понял, тут продолжение что, бесконечное, что ли? Силу не теряешь после смерти. О, буду морозить. Да это хардовое, скажу. А, все. В общем, нереально и стрелять, и замораживать. Я не знаю. Еще пару раз, ну один раз еще на изи попробую, на нормале попробую, наверное, и потом все-таки, наверное, на изике. Потому что все-таки Зан упоролся, нормалы делают. Слишком сложное. Не, ну сейчас я не вижу слишком сложного, но просто управление. Если было бы управление адекватное какое-то. Может вообще не стрелять? Нафиг надо. И что эти левелы означают? Просто если бы можно было заморозку резко включать, а тут надо ждать обязательно несколько секунд. Это очень напрягает. Блин, так много написали в чатике. Я как-то не прочитал пока ничего.
Ну пока бой не закончится, не точно. А. А, тут же пауза, наверное, есть. Так, когда замораживаешь, ты усилишь свою атаку с определенным процентом. Грейс быстрее заряжает заморозку. На норме довольно легко проходимо, так что можешь немного напрячься. Эта игра должна быть сложной, 3 уровня всего. И пуль гораздо больше, чем в других играх на Лунатике. Я предупреждал об упоротом управлении этой части. Ну, предупреждал, не предупреждал, но уметь справляться. Левел — это как бы усиление твоего оружия. Вокруг пулек большая площадь, похоже, с повышением уровня. Так. Что тут замораживать-то? Ну вот я поближе сейчас стоял, да, типа, чтобы Грейс был. Еле-еле успел набрать. А ей заморозка ничего не делает. Фею этой. Ах ты ж, я думал проскочит. А на что мотивация влияет? Не очень понятно пока. О. Прикольно. Да это перебор. Чё ж тут на Лунатике-то будет? А, зачем я слился? Там можно было и без этого. Да, я же даже не держал шифта, а она не успела. Наносит урон, да, разве? Заморозка мгновенно убивает обычных фей и наносит урон боссам большой. Поэтому важно замораживать пули так, чтобы босс был в зоне заморозки. 100% мотивации — одна жизнь. Ты можешь юзать заморозку с 30%. Да, я это понял. Разница лишь в длительности действия. Серьезно, урон наносит? Что-то не заметил пока. Ах, я думал, подскочу. Ну да, по-моему, урон действительно сейчас был нанесен. Но мне кажется, пока я буду пытаться это сделать, мне самому будет урон нанесен уже 10 раз. Из-за того, что долго держать, я из-за этого слился сейчас.
Вот огненные тут начались. Это печально. На них надо смотреть вне зависимости от заморозки. Ах ты ж. Так, повернись. Да что-то жестко. Че, сколько там один остался? Одно продолжение. Ну, урон-то не особо большой наносит этот лед. Много раз так надо сделать, чтобы что-то подействовало. Ой, криво поставил. Ух ты ж, жесть. Да ну нафиг это. Как я там размикрил? Это что, везение или она прозрачная? Не, вот сейчас попытался стрелять, и проблема в том, что после стрельбы мне нужно еще где-то 2 секунды или 3 держать кнопку Z, чтобы она заморозила. Я не могу с этим справляться. Стрелять? Не, стрелять вообще не вариант. В этой игре забавные вещи с хитбоксами происходят, но я заметил. Привет, Джокин. Не, стрелять реально не вариант. Я не вижу момента, в котором можно стрелять. Ну вот сейчас был, да, момент. Да что она так резко двигается? Так, ну тут вроде можно нормально уворачиваться почти. Тупо не отпускай C. Нажав на Z, она автоматически перестанет стрелять. А я Z-то держу всегда. Это, блин, я держу всегда, и что мне с этим делать, я вообще не понимаю. Я не могу цены отпускать. Блин, немножко не хватило. Рано отпустил. Ну ладно, еще на нормале сыграем. Бомба? Да не, зачем бомбы? Бомбы это вообще не в тему. И так управление сложно, еще бомбы использовать. Не, лучше по легкому пройду. Не хочу челленджи идти ставить. Еще бомбы, блин, использовать.
Ну, правда, по легкому тут так и так не выйдет, потому что, блин, сложно. Поменять управление, но я не знаю, только если на геймпад. Но мне кажется, на геймпаде микрить сложнее. А для чего синие квадратики здесь? Хорошо заморозилось. О, у меня чуть пулька не задела. Так, у меня управление. Ну, не знаю, поможет ли. А, ну я же это уже отвечал, да, на геймпад только если. Типа очки, которые не очки, ну и нафиг. Опа. Блин, это самая жесткая фаза. Вообще фиг знает, какой проходить. А, почему заморозка не включилась? Что за приколы такие? Так, здесь микрометоды мне неизвестны, так что буду проходить вот как-то так. Вроде убилась. Стоять повыше до начала, ну не знаю. Тоха 12.8, вопрос, зачем синие квадраты? Во всех тахотах, кроме первых, синий квадрат очки. Снап, нет, в разных они по-разному, на разное влияют, бывает. Там, немножко, вроде, разные действия, да. У него своя стратегия в Тоха, забиться в угол, возмущаться, что зажали. Привет, Эксдемор. Ну а чё, Снап, хочешь сказать, плохая стратегия? Всегда очки. Ну и фиг. Начинается огонь. Да почему он не отжал? Я же жал. Точнее, я же отжал.
здесь вот начинается жесткая фаза. Да опять, я же отжал, ну как так-то? Не успею, да. Все что ли? А, нет, еще есть продолжение одно. Да блин, это охренеть, ну реально. А, у меня бомба есть. Нет, не были, не всегда изи были. Изи были только начиная с 10-й, по-моему, части. В нижнем ли... каком? Левом углу бомбы показывают. А, вон они. Ну, Снап, ты же знаешь насчет моей внимательности. Блин, не размикрено. Мануальчик бы почитал к управлению. Ты какой мануальчик, господи. Все напролом, как обычно. Вдруг ты прокачался. Блин, вообще ничего не могу сообразить, что тут делать. Непонятно, как это вообще размикрить можно. Так, другая фаза хотя бы началась. О, я ж такого вообще не видел. Я что, до сюда не доходил? А бомбу если использовать? Да я же жал. Да... Все, да? Еще есть? Да тут морозить вообще нет смысла. Лол, морозить нет смысла. Ну почти. А-а-а, маленькая заморозка была слишком. Еще есть продолжение, а чё их так много? Вообще хреново сделал. Как можно?
Ой, зачем я бомбы-то использовал? Я не хотел сейчас бомбы использовать. Но если так и будет продолжаться, то вроде не сложно. Ага, нифига себе, да ладно, как там было делать-то? Там пиксельные какие-то эти. Из жалости дают. Еще есть? Да вы серьезно? Да не было же так много, откуда? Что делать, вообще не знаю. Вот теперь закончились. Да. Да, изи сейчас включу. Стоп. Я, короче, на работе там в обеденный перерыв скачал I Wanna Take the Time Machine. Ну так, просто. Делать нечего было. И выбрал там режим Very Easy. И знаете, что произошло? Меня, короче, перекинуло на корейский сайт, где детские игры, короче, продаются. Ну, такие, для самых маленьких. Так, ну я уже слил жизнь, несмотря на то, что на изи играю. Да, нафиг надо, уже спец же, да? Все правильно с нами. Что-то реально как-то изикорно стало, по-моему. Вот эти атаки намного проще. Тут была сплошная стена, а теперь вообще ни о чем. Не. Да я тут 100 раз успею заморозку-то собрать. Но я все равно сливаю, естественно. Ха-ха-ха, да это смешно. Они бы еще одну пульку на экран сделали. Блин, что ж тут на лунатике?
И, по-моему, у босса меньше здоровья. Ну тут да, надо следить по-любому. Зато теперь хоть постреляешь, ну. Зато теперь ничего не замораживается, потому что пули слишком далеко друг от друга. Ну хоть пару пулей-то заморозить надо. Блин, а чё же никто не сказал, что я лагаю-то? А чё же никто не сказал, что я лагаю? У меня дропов 20%. Блин, охренеть. А почему? Эй, а чё, ждать меня не будет, что ли? Не лагаю у тебя? От чего это может зависеть, я не знаю. Не, ну я битрейт просто поставил 4500, у меня же фул... я сейчас на Full HD перешел. Ну, может ли из-за этого быть? Ну, блин, 4,5 мегабит, у меня интернет 70 мегабит. Сервера Кибергейма в Москве. И я в Подмосковье. Какие тут могут быть дропы? Без понятия вообще. Даже не знаю, в какую сторону это посмотреть. Нет, Снап, я не могу не лагать, потому что... Не, Снап, я лагаю в любом случае, потому что 28 тысяч кадров пропущено. Надо будет потом потестировать, в общем, не понастраивать. О-о-о, да тут, блин, реально слоупочная игра стала просто и на изи. Мне даже замораживать ничего не надо. Ну вот этот изи, да, похож на изи. Тут даже можно размикрить эти пульки. Да как ты слил? Так, 8 уровень уже. Надо же, выжил. Об огненную стрел. А я ничего не менял. Я ничего не менял, так что не должно было сильнее начать лагать или что-то такое.
Тор, так ты же больше-то не прошел. Может, вначале пройдешь больше? Для Костабрика? Что, такая простая? Все, сливайся, давай. Ой, плохо. Но я же отпустил. Зачем я сейчас обомбил? Перепутал кнопку. Но в итоге сейчас сольюсь из-за этого. Когда вот та фаза наступит. Блин. Да как? Я же лед запустил, почему она сдохла-то? Сто лет нужно это больше. Как это? Ну блин, если ты хочешь в Айвана играть, то почему ты не хочешь допройти больше? Больше очень хороший представитель жанра. А, он, понятно, у тебя лагает. Спан. Спан, а ты играл в Shining Forge 2, секретки знаешь. Айвана Бизы... I wanna be a beautiful princess для Костабрика нашел. А битрейт не поднимается, по-моему, выше, чем 3800. Неплохо заморозил. Одиннадцатый уровень. Попало. Да. Да. Печально. А ты кто? Стар Сапфир? Привет, Костабрик.
Сабри, когда Соник это проходить будет? Так, что теперь? О, да ладно, куда так быстро? А, это даже не замораживается. Короче, лови. Лови. Так, тут вроде и так миклится. Еще есть. А-а-а, косяк, бомба. Бомбы-то нету больше. Так. Лазеры ломают лед. Понятно. О, вас что, всех трое, что ли? Да вы что, прикалываетесь? Да вы же сдохли, те двое-то. Хорош. Да это вообще нельзя заморозить. А, что за прикол? А это тоже нельзя заморозить? А, это можно заморозить. Ловите, короче. Не, ну это уже все, это наркомания какая-то, я вообще без понятия, как это микрить. Если бы я до норме дошел, я бы тут вообще слился бы сразу. Ну, блин. Тохи никто не умирает. Ну, повержены были. Блин, еще раз придется проходить. Но с другого пути решил начать.
Что-то их очень мало тут стало, было много. И чё? Тут же было, офигеть, как сложно. Видимо, потому что я турин первым начал. Тогда будет другой сложный. Так, ну тогда первый уровень-то надо проходить вообще без потерь. Ну вот я и говорю. Не, в смысле не без потерь, а без этих, без продолжений. Так. Потому что раньше это был третий уровень, теперь первый. А, ну да. Почему не, не накапливает Тайс Арею, она же усиливает оружие? Ну это не ко мне вопрос. Да, что-то прям заметно проще этот босс. Значит, в лесу теперь будет очень сложно. Да тут даже микрить можно. Да как так? Я все думал, что нужно сдохнуть, если честно. Нет, Снап, я изначально хотел именно без продолжений, потому что, ну, без потерь, так это все-таки для меня не очень-то возможно. Ну, тренировать надо, но я-то не буду этого делать. Но эта часть, она хоть и спин-офф, по сути, но ее я пройду хотя бы на изи. Ну, просто я же говорил, что я спин-офф и там делаю один стрим и все, да, но эту нет, эту я пройду хотя бы на изи. Хотя, как бы, не особо-то и спин-офф. Ну, просто то, что за Рейма нет сюжета, как бы, вот из-за этого спин-офф. А по жанру-то нормально все.
Так. Ну, этот маршрут у меня второй так и так получается. Не, ну в смысле, я понимаю, что я могу его не выбрать вторым, но я имею в виду, что именно у меня я выбрал и то вторым. И в итоге он не должен измениться вообще никак. Ну, не успел буквально миллисекунду. Вот и первое продолжение. Офигеть, за микро. Не за микро, хотя ситуация была даже проще. Сука, парина перетохой надо принять. Да когда как? Надо встать просто с правильной ноги. То есть не стой. Не знаю, просто бывает. Встаю, думаю, надо чем-нибудь постримить нормальное, а потом, блин, да какое нормальное? Тоха же не пройдено. И все. А почему она не нажалась? Я же отжимал. У Парина много не бывает. Блин, нафига я чат читаю? А, там пульки были, я их не видел. Откуда они там взялись-то? А атаки-то... Я не помню такой атаки. Что-то изменилось. Так. Как-то так. Размикрено. Что-то слишком легко. Подозрительно, сейчас какой-то подвох будет, по-моему. Вроде нет. Но это было слишком легко даже для Изи. Ну вот это вот уже нормально. А, короче, бомблю. Как на Роу переводится? Ну, на Роу Виктори написано. Все, третий уровень. А почему Midnight Groove? Я же там лес, по идее, должен быть. Ну ладно. Привет, Прест Клауд. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух ты ж, тут что-то новенькое. Что-то новенькое подсунули.
неплохо. Еле-еле получается микрит. А, опять этот босс. Короче, бомблю. Просто бомблю. И вот эту фазу особенно. И еще бомбли. Все, бомб нету, так что теперь начинается хард. Или слив. Ну, кому как удобнее называть. Ну и да, разумеется, это был еще не босс. Это так, просто пошутили. А, вот эта атака, да, была. О-о-о, ну ладно. Давай, набирай, набирай, набирай. Еле-еле размиксил. Как же так? Ну я же заморозил. Каждая заморозка одинаково полезна. Победа с небольшим преимуществом. Кое-как затащил. Ну ясно. Да не хватит об эти умирать, да куда, ну... Игра для девочек, короче, ну, как бы... Как бы тебе сказать-то? Короче, бомблю. А чё у неё так мало-то потратилось? Блин, я столько бомбил, а она вообще нифига урона-то даже не получила. Да офигеть. Слышь, ты будешь урон-то получать, нет? Да, как это, блин? Две осталось. А, не, не две. Ну, в смысле, я же одну вроде потратил, фиг его знает. Почти.
Почти успел. У них что, жизни что ли восстанавливаются? Я не понял. Как-то это все очень странно. Я об них не умираю, да, вроде? Об самих этих фей. Ну и то хоть что-то. К Зану логика пришла. Внезапно! У меня была бомба. На изике страдают, да. Картофан, давай это, ты пройдешь? А я тогда скажу, да, ты крут, ты прошел на лунатике. А если бы я сейчас, вот эти там последние секунды бы закончились, это уже все или еще бы там что-то было? Короче, пойду по тому же маршруту, мне так понравилось. Не, персонаж только один. Я не знаю, что тут еще замораживать просто. Замораживаю то, что вижу. Это перфект заморозка была. А, вот, это, кстати, уже получше было. Не, ну вряд ли первый уровень получится не слив именно жизни пройти. Блин, ну как так произошло? Такой вроде изич был и что-то. Привет, Элис. Давай, снап, удачи. Привет, мистер Напомнение. Я уже на нормале пробовал. Спасибо, не надо. Вначале вроде было норм, а потом, блин, я понял, что не мое. Блин, стрим лагает все-таки.
давайте битрейт все-таки поменьше сейчас поставлю. Пройду этот уровень. И поставлю поменьше битрейт. Да куда я? Я же отжал. Вроде. Хотя нет. Но я мысленно отжал. Мылит, да? Ну блин, я не знаю, это кибергемовские сервера, значит, какие-то не очень. Надо, значит, на Good Game все-таки стримить. Походу у кибергейма ограничение на битрейт, что ли, стоит какое-то в районе 3000 где-то. Предысторию этой части? Нет, конечно. Не, ну стрим лагает действительно, потому что дропов 22%. Так, ну что же. Так, а что, реально мылит или как? Ну давайте поставлю 4000 хотя бы. Но качество 10. Ну, с переменным битрейтом. Топ-старт. А, 7-8? Оп. Так. Ну, пока дропов нет. Но что-то ОБС красным показывает все равно. Ну, этот квадратик вот в углу, который. Я не понимаю, что это значит. Надо, блин, где-то в инструкции почитать, что значит, когда красный там квадрат. Здесь, по идее, легко размикрить, но, блин, все равно я попадаюсь. Рано или поздно, все равно попадаюсь. Но я продолжение еще не брал. Блин, думал впервые, может, эту фазу без смертей затащу. Не тут-то было. Здесь меня, блин,
затраливают постоянно. Как-то хотя бы более-менее там размиклено. Не, чтобы играть в доху, много упарина не надо. Но вот чтобы пройти доху, да, надо. Хотя по сути доха уже является упарином. Да я же отжал. Да блин, какой чат? Очень много сливаю, жесть. Хотя мне еще третий уровень тащить, где вообще начнется что-то невероятное. Даже не знаю, есть ли смысл бомбить. А, так, это же вроде легкая фаза, да? А чё я не справился-то? А, не, вроде пока справился, но что-то меня вниз откинуло. Как-то неловко. Опять. А, куда? Я случайно бомбу использовал. Отжал. В официальном манге Strange and Bright Matter Delta три феи света решили строить собственный инцидент и стали призывать других феи себе помогать для того, чтобы призвать Чирна. Они разрушили ее домик и поставили там свой флаг. Чирна же восприняла это как объявление войны и теперь, собственно, воюет. Вот это поворот. Никто такого не ждал. Еле затащил. Ну там написано. Кэп? Почему кэп? Я сюжет не знал. Одиннадцатый уровень. А, вагон слился. А где показывает, сколько у меня жизни? Ни разу не видел.
Да ну эту фазу, пень. А, то есть у меня одна жизнь осталась. Лол, это вообще что-то... Так, ну давайте босса уже. Как задела пулька? Как задела пулька? В дно. О. Одна пулька задела. Короче, бомблю. Да, бомби же, ну ты... А. Я уж думал, я не ту кнопку нажимаю. Да я же отжал. В принципе, на этой фазе можно жить. Теоретически. А вот на этой уже сомнительно. Ладно, давайте разбомбим. Да, отжимай, ну, блин, да как же так? Ну, я просто не успеваю это на это делать, потому что очень слабочное управление. Так раздражает в этой игре вот эта вот лупочная, блин, заморозка. О, все, началось. А, да не туда. Блин, все сначала. А, внизу он рисовал графику? Нифига себе. Этот поворот.
О, я чуть не словил. О, как-то размиксил случайно. А чё одно и то же-то? Как-то это неловко вышло. Да как здесь на этом можно было слиться, лол? Ну, графику я имею в виду именно персонажей. Я отжал. Ну, просто... Ну, в смысле, я не отжал, а понятно, почему я не отжал. Потому что она, блин, не успела реагировать. Клубочная заморозка это. Вот буквально миллисекунды не хватает иногда. Еле затащил, да. Хоть так. No, Miss Victory. Да, я уже понял, что Грейс ускоряет заморозку. Так дело... Нет, меня, если, может быть, просто не очень я понятно выразился, меня раздражает не то, что там скорость, сколько накапливается там до 100% заморозка, а то, что я должен нажать эту кнопку, вот нажал, и вон только она через где-то 2 секунды, я могу уже ее отпустить, чтобы она сработала. Так просто она не нажмется. Вот я тыкаю, сейчас отпускаю, и она не работает. Нужно где-то 2 секунды, чтобы она сработала. Что-то я рано слишком continue слил на втором уровне. Ладно. Надо тащить, блин, как-то. Я знаю, только она очень короткая будет и на 100%. Да, что-то я на втором уровне уже все слил. Блин.
А всегда есть жизнь почему-то слева. Вот ни разу не было, чтобы прошел этот момент без слива жизни. Наконец-то получилось. Ай-яй-яй-яй, так. Блин, не, сейчас будет печалька. Ух ты ж, повезло. Тут самая дурацкая фаза. Короче, придется разбомбить. Не, лучше две бомбы, чем... Тут не смогу ничего больше сделать. Да что ж такое, снизу ты забываешь, что есть. Так, ну тут ничего не должно произойти, по идее. На одном роуте? Нет, почему не на одном маршруте? Я на другом играл тоже. О, а чё так она неудачно-то? Да я знаю, что надо использовать. Здесь, на этой фазе, её не надо использовать, потому что она только мешает. Почему иногда у меня после заморозки все равно не 0%, я этого не понял только.
О, 12 левел, странно, первый раз взял вроде. Мне это вообще непонятно, что тут делать. Как так? Я же отпустил. Ну не вышло. Лол, что сейчас было? Я не понял. Вроде заморозка, а вроде и нет. Так, ну опять дошел до сюда. Что себе там размешал? Тринадцатый даже уровень. Странно, до этого почему-то не получалось так выбрать. Давай, следующая фаза. Что на этой фазе, я не помню. Бомба, короче. А, здесь, в принципе, можно микрить. При желании. А, вот здесь уже хз, здесь уже вряд ли. Это жесть. Мне кажется, не стоит тут замораживать особо вообще, тут и так можно размикрить, а зато стрелять-то надо. Бомбу, если что, прям наготове держу. Угу, держал. Ну ладно, хоть она не пропадает. И что теперь? Я до сюда вроде не доходил даже. Опять трое.
Да тут огненные одни, чё мне с них будет? Чё мне с заморозки-то? Чё, минуту тут держаться? Нет, это долго слишком. Все, бомб нету. Жизнь еще есть одна. Вроде не очень сложно, но, блин, зажимает иногда. Все-таки время закончится раньше, что ли? Одна секунда. Еще не все? Да, офигеть. Сколько что-то атак. Понятно. Ага, огненный. Да что я должен был противопоставить против огненных-то? Неужели? Еще не все? А, все что ли ты? Короче, где-то на дне в рейтинге. Фух, все, даже титров нету. Но. Я так понимаю, пройдено на. Не, ну а как-то странно, даже концовки нету, да? По сути, то есть ни бэд эндинг, ни трю эндинг. Просто нету концовки. Ни титров, ничего, никакого объяснения. А, наверное, потому что как раз-таки я брал продолжение, да? Если бы не брал, наверное, была бы тогда. А, и у меня, естественно, не разблокировался... Да. Понятно. Ну, я так и понял. Ну, значит, не будет концовки. Потому что... Не знаю, довольно тяжело. Конечно, если потренить... В принципе, можно, наверное, пройти. Не, ну не знаю, сколько продолжений взял? Где-то 4, да, продолжения? Как это все маршруты? То есть, типа, начинать с первого, там, потом выбрать второй, и потом третий, потом 1-3-2, да? Потом 2-1-3... Ну и так далее. То есть вообще все надо, да? Ну это как-то жестко слишком. Ну не, я один прошел, мне в принципе нормально вообще. Простая часть. А ты стримить не собираешься? Я посмотрел, какая это простая часть. Не, ну в смысле, я-то верю, но интересно посмотреть. Да потому что здесь фокус неудобный. Интересно, вот этот демо-плей, да, показывает, как примерно можно играть. Ну ладно, все, на этом стрим заканчивается. Ну, неудобно, потому что здесь. Потому что здесь кнопки другие надо нажимать.
ну, кучу кнопок других надо нажимать. Вот, ну все, к этой части, скорее всего, возвращаться больше не буду. Не знаю, почему-то мне говорили, что эта часть очень классная. Ну, она и неплохая, но есть и другие хорошие части. Вообще, с чего же все началось, когда вот впервые-то Тор мне сказал вообще, что это топ, вот такая есть игра и так далее. И он мне предложил сыграть почему-то именно в 12.8. Но я, типа, говорю, не, нифига, я пройду с первой части. Ну, потому что я думал, что там сюжет может быть связан и так далее. Ну вот, и начал с первой части, ну и вот, теперь-то я наконец-то уже 12.8 как раз-таки сыграл. Ну, не знаю, ну нормально так, шутанчик. Ну, механика, в принципе, интересна, только вот раздражает, что этот, ледяная эта атака, заморозка, она с задержкой работает. То есть, если бы можно было, там, тыкнул, и все, и она сразу заморозила. Ну, если, конечно, достаточное количество процентов набралось. А так, блин, выходит как-то не очень удобно. Ну все, ладно, вопросы, замечания, предложения можно написать в чат. Всем пока, увидимся.